Так, а здесь чего? Что поправишь? Ну, кроссовки, да? Сейчас время стартану. Время-то работает? Точно работает, да? Дорогие друзья, уважаемые зрители, вновь мы возвращаемся на паркетное покрытие Дворца спорта «Янтарь». И у нас только что вместе со свистком арбитра стартовал второй тур 6-го первенства Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд в конференции «Премьер на поле». Две сбербанковские команды в форме белого и зеленого цветов «Сбербанк Московский» и в голубых майках и темно-синих шортах у нас играет команда «Сбербанк Технологии». С ними будем знакомиться сегодня, если не слишком бурно разыгралось мое воображение, память меня не подводит, то все-таки видел я на поле эту команду, уже сразу не вспомню, в каких соревнованиях, но один тот факт, что ребята у нас сразу выступают в конференции «Премьер», говорит о том, что команда готова, команда собрана, вот есть футболисты, которые могут показать неплохой дриблинг, но и в целом сейчас по вот нескольким мгновениям владения мячом было видно, что понимают товарищи, где им располагаться относительно друг друга, где ждать передачу от партнера, куда открываться. В общем, матч обещает быть жарким. Второй тур начинается со сбербанковского дерби. В первом туре наших соревнований принимало участие только 4 команды. Остальные отдыхали, готовились. И одной из этих 4 команд был как раз московский Сбербанк. У них 3 матча. 2 ничьи, 1 поражение, 3 мяча забито, 5 пропущено. Пока это 3-й результат. Но, как я уже сказал, 4 команды еще у нас не играли. И на первом месте пока закрепилась «Татнефть». 3 матча, 2 победы, 1 поражение. 9 забито, 5 пропущено. Феерическое начало для «Татнефти». Главное, чтобы так команда и продолжала. Короткий розыгрыш аута и сразу удар последовал от технологии. Показывают, что заряжены на ворота соперника. Присматриваются друг к другу команды. Видно, что всеми силами в атаку не идут. Пытаются нащупать слабые стороны друг у друга. Первое нарушение правил от технологий. Как далеко вратарь-то ушел от технологий. На чужую половину забрел, нанес удар. Ближе, ближе, Сереж. Сам, Сережа, сам, не бойся. Потеря мяча на чужой половине поля — это всегда опасно. Вот сейчас Сбер Московский мог своих товарищей наказывать за такую ошибку. Право, 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 Сереж, право, право еще. Вот, Сереж, ближе, Сань, Сань, ближе. Вот и все. И еще одна потеря технологии на своей половине поля. Не попал ногой по мячу игрок Москвы. Мы врачей уберем на 5 минут, так не хочет. Ну, если только. Не надо. Врач. А?
куда ты идти прям или что? Ну, в раздевалку. Хорош, Настя, помогай! Если я дойду на 2 минуты. Играй, играй, играй! Давай сюда, приведем сюда. Ближе еще, еще ближе! Еще ближе, ближе, Серега, Сережа, ближе, говорю. Вот и все. Очередная опасная атака Сбербанка все-таки приводит к взятию ворот соперника. 1-0 и Московский банк вперед. Четверть матча сыграна, один гол уже забит. Ну что ж, неплохое начало для второго тура. 10 утра, суббота. Ну а есть уже ребята, которые успели проснуться. Сбербанк всей командой на чужой половине поля. Молодой вратарь Сбера. Сашка с тобой. Ворота пустые. Можно было пробить сразу, постараться перебросить мяч через голкипера. Но зарабатывают штрафной. И по нарушениям правил команды сравнялись. Попытка индивидуального прорыва и неплохо получилось. Сбербанк технологии практически без мяча вынужден играть последние 2-3 минуты. Вот первая обостряющая передача технологии, сразу мяч потерян. Очень здорово они начали, но или Московский банк набирает обороты, или силы заканчиваются у технологий. Впрочем, количество запасных игроков одинаковое. 2 человека на каждой из скамеек находится. И вот вратарь технологии уже вынужден вступить в игру. Только технологии переходят в центр, или теряют мяч, или вынуждены отходить назад. Пока в атаке все получается не так здорово, как в обороне. Дима, не спеши! Раз ты и сам будешь. Дима, ближе! Ближе, хороший сольный проход. Вот игра настоящей семерки. Привезли новый спектр.
15 секунд до финального свистка. Здесь нужно успеть исполнить штрафной. Вместе с свистком судьи звучит сирена. Все. Перерыв. Второй тайм по-прежнему на поле Сбербанк Технологии и Московский банк Сбербанка России. Счет 1-0. Московский банк впереди. Московскому сегодня играть еще со спецсвязью, а Сбербанку Технологии предстоит встреча с командой Мосэнергосбыт и банк ВТБ. Такой очень непростой первый тайм для дебютанта соревнований. Мяч остается у московского Сбера. Хорошая длиннющая диагональная передача прошла сейчас у московского Сбербанка. Еще команда, которая славится неординарными решениями в атаке. Всегда находит чем удивлять и показывает, что за межсезонье не разучилось это делать. Сам, Сережа, сам! Еще один хороший плотный удар. Здесь вратарь показывает чудеса реакции. Нарушение правил. Снова равенство по фолам. 2-2. Чисто сыграно, нужно подниматься, показывает арбитр. Пытаются технологии почувствовать игру. Вот сейчас перебрались на чужую половину поля. Играют чуть агрессивней, чуть более жестко ставят ноги в сравнении с первой 10-минуткой. Ну и такой краткосрочный. Не результат даже, а эффект это привносит. Интересно придумано. Такой розыгрыш можно взять на вооружение другим командам. Просится пас на центр. Довольно высоко стали прессинговать технологии. Сам!
остался в игре, продолжаем. Замена используют технологии. Здесь справа открывается свежий игрок. Сразу на него последовала передача. Увидели 9-го номера в своей команде. Вот до мяча он добирается только сейчас, для того, чтобы разыграть угловой. Четыре с половиной минуты остается до финального свистка. У технологии остаются очень хорошие шансы хотя бы на ничью. Один гол нужно забить, и дебютный поединок в наших соревнованиях сразу принесет очки. Бить надо! Рядом с дальней штангой мяч пролетел. Может быть, это был самый опасный момент в исполнении технологий. Удерживает мяч московский банк. Угловой. Стандартами Сбербанк всегда был силен. Но вот сегодня пока что-то не выходит. Третье нарушение московского банка. Все более жесткой становится игра. Здесь вынужден арбитр делать устное внушение футболиста технологий. Нарушение, желтая карточка, безусловная. Третий, да? Двух минут до конца, последняя минута будет чистой. Секундомер будет устанавливаться во время остановок в игре. Вратарю технологии уже в чужой штрафной. Это отходит экстренно назад. До него мяч довели. Чуть было не потерял сейчас при передаче. У технологии мяч остался. Ворота пустые. Удар очень близко к тому, чтобы мяч забить. Это передача штрафную. 40 секунд до свистка. Практически один на один выход. Пусти угол острый. Держите.
всем составом в атаке технологии. Аут. И дальше переводить. Досадная ошибка, и сейчас бы второй мяч не пропустить. Хотя 1-0 или 2-0 здесь не принципиально, как тем, кто в счете ведет, так и 0-1 или 0-2 не принципиально тем, кто отстает. Итак, минимальная победа с минимальным преимуществом у Московского банка.